Казахстанцы теперь могут посещать Сейшельские острова без визы. Соглашение об этом уже вступило в силу, сообщили сегодня в нашем Министерстве иностранных дел. Находиться на отдыхе или просто транзитом на территории популярного туристического места без виз нашим соотечественникам разрешено на протяжении 30 дней. Медиа отметили, что соглашение о взаимном освобождении от визовых требований страны подписали еще в сентябре прошлого года, и вот оно, наконец, вступило в силу. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.